Давай залижемся. Я знаю один золотой унитаз. У меня бы уши отпали. Но это нормальный бой пошел. Всем привет, вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и сегодня мы с вами смотрим самый жесткий бой в мире. Настоящие мужики схлестнутся в самой сильной схватке этого мира. Бой Бадабумчика и Дим Димыча. Не будем долго тянуть, смотрим. Всех приветствую, зрители канала Бадабумчик, с вами его ведущий Средний. Этот конфликт уже зашел слишком далеко, настолько далеко, что на этом поле сегодня, здесь и сейчас состоится бой двух воюющих сторон. Случится бой с моей губой. Лайк за юмор! А именно, встречайте, леди и джентльменс, Влад Бадабум! Кто это нахер такие? Кто первый, кто второй? Кто это вообще? Объясните, почему я не знаю, почему они во вкладке тренды? Вы спросите, кто я такой? Но меня-то можно хоть загуглить. Ну что, Влад, ты готов к этому бою? Ну что ж, бадабумчисы, всех приветствую. Наконец-таки мы дождались этого момента. К сожалению, бой был перенес из-за того, что я заболел короной. Врачи мне говорят... Как-то у него нескладно предложение строится. Ну да ладно. Говорили не выходить на этот бой, но я хочу наконец-таки покончить с кринжом, покончить с этим враньем и наконец-таки уничтожить Дим Дырыча и наказать этот поносный розовый колпак. Это для меня совершенно не сильный соперник, но я вам скажу одно. Есть один золотой унитаз... Я знаю один золотой унитаз, ребята. Он остался в 2014 году в Межгорье. Остановитесь! Говорит гадости в моем телеграм-канале. Я не могу говорить эти вещи, поэтому перейдите в ТГ. Просто послушайте, что он говорит про меня и какую... Понятно. Грязь он льет. Я готов... Ладно, я не буду пока говорить. Я скажу об этом в конце боя. Это будет небольшая интрижка, что я хочу сказать Ивану Золо. Хорошо, Влад, я вижу твой боевой настрой. Ты настроен на все 100%. Расскажи, как ты готовился к этому бою? Да на самом деле никак. Максимум, что я тренировал, это свою жопу после прослушивания трека «Ладушки». Игра. Она отказала мне. Она сказала, что любит тебя. Думает, что любит тебя. Да я люблю тебя. Я оценил актерскую игру данных персонажей. В любом случае, продолжим. Начинается. Ну что ж, друзья, а теперь встречайте. Легенда хита «Ладушки», легенда хита «Кубики Рубики» и легенда всех унитазов. Дим Димыч! Всем привет, ребят, с вами ваш любимый Дим Димыч. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Ну что, я пришел на бой с тугодумчиком, с этой обезьянкой. Посмотрим, что он мне скажет. Кто эти люди? Кто они? Но голос у этого мне знаком. Мне кажется, какой-то хер я все-таки слышал. Может, и правда какой-то трек выскакивал где-то. Но я русское не слушаю, уж простите. У меня бы уши отпали. А я спою ему «Ладушки». Дим, ты готов к бою? Конечно, я готов к бою, я пропишу ему двойную... Но однозначно этот чувак похаризматичнее будет. Тот пытается строить из себя какого-то такого пацана. Я уличный борец, я сильный, мощный, молодежный. А это такое именно немножко... Ну, стиль ложка я это называю. Но это вызывает привлекательность. Порцию ладушек, так что он просто запоет мою песню. Расскажи, как ты готовился к этому бою? Ответ прост... Что у них, надо ведущему тоже подтянуть дикцию, как бы, немножечко. Стой, я 2 недели поднимал кубики-рубики, качал свои ладушки и смотрел видео, как драться с обезьянами. Ну что ж, я желаю участникам удачи, и мы начинаем. Ну что ж, бойцы, на середину. Так, правила простые, туалетной бумагой не кидаемся, ладушками не бьемся. Покажите честный... Какой, это такой кринж, ребята, это такой кринж, просто. Я, конечно, не читал комментарии, я просто зашел во вкладку «Тренды», открыл и решил посмотреть, что же сейчас популярно.
красивый бой. Подойди, мама. Ну что, ты удалишь бадабум? Удалишь свои ладушки. Ты бадабум удалишь. Тихо-тихо. Ну что, бойцы готовы? Да. Бой. Пошли. Вали, пацана! Ну! Ты уже 4 раза пропустил. Тихо-тихо. Пошла мощь, сила! Ой, слетел колпак, ой! Ой, сейчас лысина слетит. Ой, подойди сюда! Я же говорил, слетит. Заценили финт с поворотом, да? Ну, немножко уже хоть набирают оборотов. Пошел! Блин, ну это короночка. Сейчас, секунду, ребят, это невозможно. Опа! Видели? Видели? Наматывайте на ус, наматывайте. Хлопчики притомились. Бери, пацаны, а такой мандат смешной. Сейчас. Я люблю тебя, я люблю. Пацаны, по углам. Панамочку сделал. Конечно, конечно. Панамочку, конечно, конечно. Музыка именно доставляет. Подойди, мой маленький. Давай, давай, давай. Подойди, мой маленький. Давай, давай, стоп, рау. Пойти по углам. Да, ну ты хороший прошел. Зачем, блин, этот поворот? Его надо создателям Mortal Kombat взять к себе в приемы. Да он слабенький, я ему поддаюсь. Я просто могу вынести сейчас. Но мне дыхалка из-за ковида, корона переболел, пневмония была. Сейчас тяжело сейчас. Блин, ну уровень актерской игры, ребята, надо подтянуть. Не делайте акценты на то, что вы и так сказали. Не надо иллюстрировать то, что вы сказали. Это самая первая ошибка всех. Сильно дышать. Вот, врачи говорили, не выходи на бой. Но, братва, ради вас. Даже с больными легкими я вышел, чтобы снести клопак розуму. Поносил. Я ему снес, кстати, розовый колпак. И не один раз. В следующем раунде я снесу его кудрявый ёршик волосатый на голове. Сейчас. Боже мой, ребята, и он так много говорит, и я даже не устал. Я готов даже спеть ему на ушко ладушки. Он все время уходит вниз, сейчас... Не, все-таки он меня вымораживает, я забираю слова назад. Как я ему апперкотик за своих подписчиков влеплю, я обхожу в настоящего Дим Димыча. Фу. Второй раунд, бойцы, готовы? Да-да-да. Бой. Врача, врача, позовите врача. Бро. Что за херня? Продолжаем.
нормальный бой пошел. Немножко Испании зашло к нам в чат. Похоронный оказался в грудь. Влад, все нормально? Стой, Дим. Подождите. Может тебе воды? Стой. Влад, может тебе воды? У меня легкие. Подожди, дайте ему чем-нибудь. Влад. Дайте ему чем-нибудь. Уже дали. Может скорую вызвать? У меня после короны легкие горят. Где? Я пошел. Стой, дай я за скорой. Подождите. Подождите. Стой. Принесли вы ты, блядь. Вызвали скорую, как я сказал. Стой. Сядь. Дай ему пусть. Сразу скажу. Ковидом болеть именно ебово. Я понимаю, нет никаких вопросов. Тут скорее вопрос к исполнению данных артистов. Ну что, Влад, тебе полегчало? Да, полегчало, но из-за ковида легкие очень сильно горели, просто я хотел бой привести. К себе домой. Но из-за ковида я не мог нормально ничего сделать. Из-за этого мне стало плохо. Сейчас. Спокойно. Слушай, я не знаю, я не ожидал. Сейчас, подожди. Спасибо тебе, бро, за помощь. Я прям в шоке, что ты мне помог. Я реально не ожидал, я тебе серьезно говорю. Это прям... Я просто понимаю, что ты бы мог оказаться точно так же на моем месте. Так я бы тебе помог бы. Короче, бро, спасибо тебе большое, реально. Да. Спасибо просто. Да нет, что, Влад, у меня вообще претензий, в принципе, к тебе нет. Вот, я был обязан тебе помочь. Давай залижемся. По-пацански. Как в гачи-мучи учили. Вот, я был обязан тебе помочь. Да и, в принципе, я хочу предложить тебе... Что могу вам сказать? Я очень люблю на такое смотреть. Я очень люблю смотреть на плохую актерскую игру. Да, это все. А ты думал, я тебя плюшками кормить буду? Подпишись, поставь лайкосик, напиши комментарий, и все в жизни у тебя будет хорошо. Я еще здесь. Давай, подписывай.